В Дивногорске Красноярского края погиб полицейский, который защищал девушку от ее же отчима. Сержант Денис Сумин прибыл на вызов, попытался войти, но пьяный мужчина вскинул ружье, прозвучал выстрел и целился он в пачерицу, но полицейский успел оттолкнуть девушку. А подвиги сержанта Сергей Зыблев. В этой квартире жили трое. 19-летняя девушка, ее мать и отчим. Сейчас стены здесь буквально изрешечены пулями. Обезумевший хозяин устроил настоящую бойню. Здесь была пуля. 12 калибра, свинцовая. Из-за чего в семье начался скандал, никто сказать не может. Девушка, которая поздно вечером вернулась домой, еще в подъезде услышала крики. В квартиру заходить не стала. Вызвала полицию. Прибывшие на вызов сотрудники полиции действовали по инструкции. Один пошел в помещение проверять, в чем дело. Второй, чтобы дебашир не сбежал, остался на улице и контролировал окна. Примерно на этом месте он и услышал сначала жуткие крики, затем выстрел. В квартире все произошло за какие-то мгновения. Старший сержант Денис Сумин открыл дверь. И увидел ружье, направленное на девушку, не раздумывая. Полицейский, закрыл ее своим телом. Ранение оказалось смертельным. Делом сейчас занимается Следственный комитет. А уже установлено, что ружье, из которого мужчина производил выстрелы, зарегистрировано в установленном законном порядке. Также в квартире в сейфе у него имелось большое количество патронов. А все это хранилось а, на законных основаниях. Второго полицейского Павла Волосунова, который поспешил на помощь. Хозяин тоже попытался убить. Выстрелом из дробовика задел шею, раненый сейчас в больнице, и его жизни ничто не угрожает. Оба полицейских служили не первый год, считались опытными сотрудниками. Руководство называет их действия на месте происшествия верными. От гибели спасена молодая девушка, за которую полицейский отдал свою жизнь. Они очень опытные сотрудники, вежливые, корректные, на службе замечаний нет, ведут себя правильно, принимают правильные способные принять в экстренных ситуациях правильное решение. В отделе, где служил погибший Денис Сумин, фотография с лентой. Здесь он проработал 12 лет, пришел после службы в армии. У Дениса осталась супруга и семилетний сын. Его убийца после расправы закрылся в квартире, застрелил жену и покончил с собой. Сергей Зыблев, Владимир Иваненко, Вести, Красноярский край.